Наш сервак Аквасквад. Тут можно задать вопросы, узнать правила, пообщаться. Также можешь предложить свою новость, узнать информацию от нас. Можно вопрос задать по прохождению игр. Также тут есть настоящие наши аккаунты и узнаешь роли, которые тут существуют. Также вся информация подробная у меня на шапке канала. То есть туда заходишь и узнаешь в нашей группе. Знаешь, у меня столько кадров прикольных. К нам бежит. На синий, блядь. Ебать, от... это кот, который в темноте? Это Бэтмен. Тем более нет. Сейчас. Оно тут типа вот, да, вот нормально. Стой, блин. Вот тут еще замажу немножко. Это котик Магумин? Это тоже не котик Магумин. Котик бы Магумин, я бы не рисовал бы белым на черном свете. Он как раз таки наоборот должен был быть. О, ты смотришь мой стрим? Не знаю, это может быть это клоун. Вот так вот, быстренько, быстренько. Не, реально, это, по-моему, это клоун. Андрей, вариантов нет. Оно там. Правильно! Серьезно? Да, я рисовал. Блин, боже, я бы тебе показал бы реально. Я на ролике увидишь. У меня, я реально, у меня есть подставка для геймпада, но так как у меня геймпада нет, я ее использую подставку для телефона. У меня на рабочем столе стоит Пеннивайз. Реально, вот такой страшный, прям массивный, огромный поставка для телефона Пеннивайз. Чё за говно? В ролике увидишь, я фотку предъявлю. Это ютубер? Тони Старк? Нет. Бэтмен! Что? По вот этой вот штуке. Что? Что? Ты реально не понял до сих пор? Муравей? Что? Почему у тебя муравей нарисован? А, это Вена! А, это Человек-паук! Я не понял даже, значит. Я думаю, что это муравья какого-то нарисовал. Нет! Это... Как, он как Веном. То есть Веном это симбиот. А симбиот это кто? Это непонятная хрень, блин, какая-то. Вот это то же самое. Это тоже непонятная хрень, которую никто и никогда не знал. Откуда она появилась? Как, кто ее создал? Никто никогда не знает. Только, может, зрители знают и... На нём пальчик типа один такой. Опирай. А? Халк? Yes. Реально Халк? Ну сейчас, погоди. Вот. И один зубик вот такой вот. О, да. Я наконец-таки выложил этот ролик. Да. Я все понимаю, но ролики сами себя не делают, поэтому приходится все-таки выпускать. Надеюсь, вам очень сильно понравился, потому что мне не понравился. Я всю эту неделю пытался разработать материалы. И я не знаю, честное слово, я хз, что вообще еще снимать, потому что у меня идей нету. Насчет группы заходите, подписывайтесь, становитесь подписчиками. С вами был Мистер Магмин. Всем пока. Bye.